В городе наметился спад активности клещей. За прошедшую неделю число обратившихся в травмпункт уменьшилось в разы. Тем не менее, не следует терять бдительности. В связи с улучшением погодных условий, массовыми выездами на природу и с началом грибного сезона число укушенных может возрасти. За прошедшую неделю к врачам обратились порядка 20 пациентов с жалобами на укус клещей. Это в 5 раз меньше по сравнению с периодом конца июня-начала июля, когда через травмпункт проходило 100-110 человек в неделю. Вообще за весенне-летний период по состоянию на 12 августа врачи обследовали 1623 человека, включая 259 детей. В прошлом году на это же число было осмотрено 1415 человек. Но если просмотреть за многолетнее наблюдение, допустим, лет за 10, то приблизительно 1400-1600, плюс-минус 200-300 человек. Это вот, то есть это в пределах нормы. Диагноз энцефалит, как и боррелиоз, был клинически подтвержден в 5 случаях. На данный момент на стационарном лечении никто не находится. Несмотря на то, что наметился явный спад в активности клещей, расслабляться все же не стоит, особенно выходя в лес. Не следует забывать о мерах предосторожности. По возможности закрывать одеждой все тело и пользоваться защитными мазями и спреями. Если вы все-таки обнаружили на теле клеща, самое главное – не поддаваться панике. Действовать нужно максимально быстро и осторожно. В случае обнаружения клеща пользоваться пинцетом, перчатками, то есть удалить максимально быстро и обратиться в травмпункт. Ни в коем случае нельзя его давить там, потому что риск есть инфицирования. То есть чем быстрее его удалить, тем меньше риск заразиться клещевым энцефалитом и боррелиозом. Помните, что вытащенного клеща необходимо сдать в лабораторию горбольницы номер 3 для исследования. Только полный анализ паразита может развеять или подтвердить ваши предположения о заражении клещевым энцефалитом или боррелиозом. Но даже соблюдая все меры предосторожности, невозможно гарантировать 100% защиту от укуса клеща. По данным статистики, каждый десятый клещ энцефалитный. Прошедшие полный курс вакцинации обладают необходимым иммунитетом от клещевого энцефалита на ближайшие 3 года. Однако профилактическая прививка не спасает от боррелиоза.